И еще об одном немаловажном моменте – безопасность проведения выборной кампании – одно из ключевых направлений работы правоохранительных органов в эти дни. На сегодняшний день техслужбы и кинологами обследованы все 1913 избирательных участков республики. Они взяты под охрану. МВД совместно с другими структурами реализуют комплекс мер. Сейчас финальная стадия работы направлена на то, чтобы единый день голосования прошел спокойно и люди могли беспрепятственно реализовать свое гражданство. Право. Весь личный состав, значит, МВД переведен на усиленный вариант несения службы. Вот. Это двухсменное несение службы по 12 часов. Всего для обеспечения охраны общественного порядка будут задействованы более 11 тысяч человек. Проведено инструктивное совещание, поставлена задача всему личному составу, да, по организации, значит, несения службы в день единого голосования 18 сентября 2016 года.